Книжный домик «Бери, читай» восстановили после того, как его сломал 21-летний хулиган. Ночью 22 июня неизвестный повредил одну из уличных библиотек в сквере Болдырева. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и осмотрели его. По собранным уликам работники ведомства вышли на злоумышленника. Осмотрели место происшествия, после чего были проанализированы некоторые моменты, собраны доказательства, сведения, по итогам которого было установлено лицо. И решается вопрос в настоящее время о привлечении его к ответственности по части 1 20.1 КУАПРФ. Хулигану грозит либо административный штраф, либо арест до 15 суток. Саму избу читальню восстановили по инициативе уполномоченных полиции. Книжный домик вернули на прежнее место. Мэр Магадана Юрий Гришан выразил благодарность старшему участковому Валерию Зубрякову за поимку злоумышленника и восстановление домика «Бери, читай».